Друзья, для меня большая честь и радость иметь возможность посетить Грузию следующей весной, весной 2018 года, для проведения мастер-класса про две системы — хрупкость и антихрупкость, о том, как одни явления в нашей жизни любят порядок, а другие, наоборот, предпочитают хаос. И о том, как важно понимать разницу между первым и вторым и уметь принимать решения, исходя из этого понимания. В основе лекции будет, конечно же, моя последняя книга «Антихрупкость». Хотя в программу я также включил материалы из новой книги «Skin in the Game». И мне особенно радостно посетить именно Грузию, потому что я много увлекаюсь археологией, антропологией, и, как вы знаете, Грузия является колыбелью современной цивилизации. И мне, конечно же, хотелось бы, чтобы больше людей в этом мире знало о том, какую важную роль сыграла эта страна в формировании целого ряда идей и основ того, что мы сейчас воспринимаем как современная цивилизация. Поэтому еще раз спасибо вам за приглашение и до скорых встреч.